Дагестан готовится отметить одну из самых важных дат – День Конституции Республики, который празднуют 26 июля. Документ был принят еще в 1996 году в непростое для страны и республики время и позволил сохранить мир, стабильность и единство в многонациональном Дагестане. В разработке новой Конституции принимали участие правительство и Конституционная комиссия Верховного Совета Республики, а также рабочая группа ученых, правоведов и юристов. Но изменения в общественно-политической жизни страны и республики привели к необходимости внести некоторые поправки. Так, 10 июля 2003 года была принята новая Конституция. Несмотря на различия дат, граждане ежегодно отмечают День Конституции Дагестана именно 26 июля. В 2013 году глава республики Рамазан Абдулатипов предложил отмечать День Конституции Дагестана в национальных костюмах. С тех пор это стало традицией. В этот день все переодеваются в национальные одежды. И главная площадь республики, где проходят основные празднества, пестрит папахами, разноцветными платьями, чохто и даже бурками. А в этом году в День Конституции пройдет выставка-ярмарка изделий народных промыслов. Свои работы представят мастера по производству кубачинских и гацатлинских ювелирных изделий, национальных костюмов, медно-чеканных изделий, музыкальных инструментов и кайтакской вышивки. Выставочная экспозиция будет размещена перед этнобутиком «Дагестан». Пройдут мастер-классы по всем видам народных промыслов. А вечером в 19:30 начнется праздничный концерт.